Кормушки для кур. Это подвесная кормушка. Потолок надо будет обшивать, утеплять. Вот такая вот кормушка. Это песок. Это вода. Сюда влазит ведро воды, а сюда, соответственно, ведро дробленки. Здесь смесь зерна и кукурузы. Как делать дробленку, есть в предыдущих видео. Вот, как видите, куры все равно выгребают вот это пшено, дробленку, но все равно не так. Вот так вот она засыпается. Ну вот.